Поначалу может показаться, что это цирковой акробатический номер, но здесь у исполнителя нет страховки, поскольку нет и опасности упасть вниз. Выступающие парят и танцуют в аэродинамической трубе, благодаря воздуху, который нагнетают в нее мощные вентиляторы. Такое искусство демонстрируют в рамках соревнований Wind Games 2017. Они проходят в курортном испанском городке Эмпурия Браво уже в четвертый раз. На состязание съехались более 200 спортсменов из разных стран мира. Участники соревнуются в четырех традиционных категориях, которые делятся на два этапа – технический и артистический. Кроме того, в этом году организаторы добавили две новые дисциплины. 14-летняя акробатка из Сингапура стала двойной золотой медалисткой соревнований, победив в двух категориях. Соревнования прошли чудесно, было очень весело. Мне нравятся команды, я повеселилась от души. В дисциплине «Динамика», выполняемой в паре, победила чешская команда. Золотую медаль в категории «Фристайл» завоевала команда из Бельгии. Это уже вторая ее победа в этих соревнованиях. Я пережил нечто удивительное. Мы рады, что смогли победить. Эта аэродинамическая труба для нас словно дом. Популярность Wind Games возрастает с каждым годом, привлекая все больше участников и зрителей. В прошлом году состязания смотрели более 215 миллионов телезрителей по всему миру.